Доброго всем дня, воскресенье, вот второй покос. Я и мой друг скипер. Спрашивали ножи. О, видите, как забилось. Вот. Ножи у него железные. Говорили, что пластик у кого-то там. Вот полный бункер. Вот как он выкашивает. Средняя высота ножей. Высыплю бункер, покажу, как кашу. Все нормально он берет. Ну, зацепит где-то кочку, ничего страшного. Будет небольшая вмятинка, если сильно. Но он такой тык-тык-тык-тык молотит 97 децибел, 96. Ничего не слышно на свежем воздухе. Если ножи путаются в траве, он глохнет, ничего страшного. Заводите снова, ножи очистили. Либо на скорости вот этой ручкой просто вот так поднять, дать ему проработать, и он снова вперед. Либо бункер полный, ему некуда девать траву, он глохнет ножи. Ну, видать, сделана такая система, что автовыключение у него такое, так называемое. По кругу можно ездить, приноровиться, вокруг деревьев все аккуратно делать. Отпустили ручку сцепления, он сам идет. Когда газ из сцепления, задний привод, легкий, удобный. Все, пойду бункер выброшу, покажу, как кашу.